Для жительницы трехэтажки по улице Шерниязова Зуры Вахидовой последние дни проживания в собственной квартире стали сущим наказанием. 52-летняя Актюбинка много лет страдает сердечным заболеванием. Из-за повышенной температуры внутри помещения она не может обходиться эти дни без таблеток. Не помогает и мокрое полотенце, которое женщина каждые 2 часа накидывает на нагретые до предела батареи в надежде хоть как-то охладить помещение. В такой же ситуации и ее соседи по дому. Люди говорят, что воздух в квартирах нагревается выше 30 градусов. Вы знаете, невозможно спать. Всю ночь на ногах. То у одного окна, то у другого окна. Невозможно так. Батареи греют на полную катушку. Ну, на улице, ну, сами видите, какая плюсовая температура. Ведь есть постановление, что если плюсовая температура свыше 10 дней, то, значит, надо отключать. Жильцы считают, что позицию коммунальщиков в данной ситуации иначе как издевательством не назовешь. Люди говорят, что если дело в деньгах, то они готовы оплатить дополнительные дни, лишь бы отопление отключили. Пожалуйста, мы будем платить, но мы отключите. То, мы уже не можем дышать. Звонили в Трансэнерго, а нам отвечают: подождете, потерпите. И в таком духе. Им нужно 200 дней окупить своих. У них есть 200 дней, которые нужно, чтобы они отработали и деньги с нас получили. А нужно нам тепло или нет, их совершенно не волнует. При этом в коммунальной службе, судя по всему, не намерены менять свои позиции. Здесь говорят, что отопительный сезон в этом году продлится до 21 апреля. Мотивируя это решением, принятым по срокам отопительного сезона в акимате города еще осенью и возможным похолоданием. Температура подается в соответствии с температурным графиком. Ожидаем завершения отопительного сезона для жилья, прочих потребителей и школ до 21 апреля, для дошкольных и медицинских учреждений 4 мая. Между тем, в других регионах Казахстана из-за потепления отопительный сезон заканчивают раньше, чем обычно. Например, в Мангистауской, Алматинской, Атырауской и некоторых других областях тепло отключат 15 апреля. В Астане отопительный сезон заканчивается завтра. Сегодня наболевший вопрос прокомментировали в Актюбинском акимате. Здесь пока не советуют отключаться от тепла, так как на выходных ожидается похолодание. В госоргане также говорят о том, что жильцы многоэтажек могут обратиться в Трансэнерго с заявлением об отключении отопления до окончания отопительного сезона по своему желанию. Но в этом случае нужно обязательно заактировать процедуру. В первую очередь хочу сказать, что у нас в ближайшее время собирается быть уже похолодание, даже минусовые температуры. Это суббота, воскресенье, понедельник. Вот. Поэтому еще отопление не отключается. Ну, что еще можно сказать? Если жители, желание есть такое отключить отопление, то, пожалуйста, это можно сделать. Сделал заявку от имени КСК и с представителем Трансэнерго, именно с представителем, с инспектором, отключить отопление и заактировать. Таким образом, те, кому в собственных квартирах жарко, могут от отопления отказаться, а те, кому отопление не мешает, могут подождать 21 числа. Алиса Маринец, Марат Акажанов, программа «Факт».